Дивіться сьогодні. Активісти громадської організації «Автоєвросила» викрили банду шахраїв сервісного центру. Нові знання міцніше кордон. Як виявити підроблені документи? На Харківщині схопили нелегальних мігрантів. В Україні оголосили штормове попередження на 17-19 березня. У Харкові відкрилася виставка закордонних художників. Подробиці далі у сюжетах. Приємного перегляду! Представники громадськості та активісти громадської організації «Автоєвросила» викрили банду шахраїв-вимагателів сервісного центру з ремонту техніки. Схема ошуканців полягала у тому, що власники, заплативши за ремонт техніки, не тільки не отримували належного сервісу, а й власне майно без грошей забрати не могли. Псевдоремонтники вимагали платню за діагностику приладів, яку, звісно ж, ніхто й не проводив. Подробиці у сюжеті «Інформбюро». Один из наших активистов пару дней назад нашел объявление в интернете по поводу ремонта техники для того, чтобы отремонтировать свой ноутбук. Мастер, который пришел чинить технику, посмотревши на нее, принял решение о том, что ноутбук необходимо диагностировать на специальном оборудовании в офисе, ну, именно там, где он работает. Человек, которого забрали технику, получил на руки копию документа, который свидетельствовал о том, что техника была забрана для ремонта непосредственно в офис. Ну и все, стал ждать решения его вопроса. Через день, от когда ему должны были уже сказать либо какой-то результат по технике, либо ее вернуть, звонка не было, он сам начал звонить по телефонам, которые ему оставили, непосредственно это был мастер, сервисный центр. На телефон отвечали, а потом перестали вообще отвечать на телефон и стали сбрасывать, и даже девочка в сервисном центре перестала реагировать на его звонки. Пришел в злополучную контору отдать ноутбук на ремонт. На что мне мастер сказал, что полетел жесткий диск, надо почистить. Пришел в воскресенье, он сказал, в понедельник отдаст. Согласился, как бы это сам. Он мне сказал, что в понедельник еще наберет, скажет, сколько будет стоить. В понедельник прождал целый день, то есть ответа ни привета, то есть нету. Пришел во вторник спросить, где мой ноутбук. На что они мне сказали, типа, мы тебя не знаем, никаких действий. То есть, ну, я говорю, вот же это самая квитанция. Они говорят, нет, это не квитанция, типа, это бумажка. Нам нужен оригинал, и все. Оригинал дома. То есть меня они не знают, мастеру не дозвониться, все телефоны выключены. Девушка на колл-центре сказала, что делаться будет ноутбук 7 дней. Ну, изначально было заявлено, что в понедельник утром отдадут. После чего я обратился в офис «Автоевросилы». И мы решили, ну, каким-то образом изучить эту ситуацию и вызвали еще раз на другой адрес человека с данной конторы. Пришел молодой человек, когда мы начали ему задавать вопросы, он сознался во всех схемах, каким образом они забирали у людей технику. То есть происходило это приблизительно так, что у вас приходят, берут вашу технику, говорят, что там какая-то мелочь, нужно продиагностировать в офисе, там, на каком-то специальном оборудовании. В итоге человеку отзванивались они и говорили о том, что стоимость ремонта заоблачная, и, как правило, люди, соответственно, от этого отказывались, но технику назад им не возвращали, потому что за диагностику и за все остальное они все равно требовали деньги, довольно-таки большие. Ну, там, 4 точки по пайке, у них стоит порядка 1000 гривен по прайсу. Доставили непосредственно этого молодого человека, мастера, который пришел на вызов в райотдел, сейчас он там находится, у него берут показания, то у него в телефоне видели переписку, в которой он обсуждает непосредственно с начальством тактику, при какой они, ну, либо забирают технику, либо нет. То есть просто смотрят на человека, если там это какая-то там бабушка, либо дедушка, либо незащищенные слои населения, то есть принималось решение забрать технику. Ну и, судя по всему, таким образом действовала, ну, целая сеть по всей территории Украины. Неоднократно люди страдали. Пытаемся разобраться в ситуации. Нашли мы этот ноутбук нашего активиста, который был забран на ремонт, и стали прозванивать телефоны. Очень много негативных отзывов. Люди жалуются, говорят, что обещали им одно, по факту получается другое. Обзвоним нескольких людей. Обзвоним. Да. Ну давайте сделаем, если вы так уверены. Если вы уверены в своей честности. Да. А можете еще один вопрос? Я вам ответить? Просто продиктую телефоны. Нет, давайте, давайте. Алло, Екатерина Александровна, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, по поводу вашего ноутбука. Вот вас беспокоило, вы сдавали ноутбук в сервисный центр? Да. А скажите, пожалуйста, вам все сделали, вернули ноутбук?
А когда вы сдавали? Сдавали 26 числа. 26 числа. А почему вам не возвращают так долго? Должны завтра отдать. Должны завтра отдать, да. Вы сколько с вас денег попросили, можете подсказать? Потому что такая ситуация, что берут у людей технику, ну и не возвращают как бы обратно. Вот мы сейчас разбираемся, и много таких клиентов, которые... Обманывают, возвратим. Отремонтировали, возвратим. 2900 тысяч. Мы приехали на офис сейчас с полицией со всеми, и ноутбук находится у них на офисе. С ним ничего вообще не делали. Пообещали завтра отдать. Деньги платили какие-то, нет? Нет, еще. Ну, он, мы пообещали вам завтра его отдать. Завтра я отдаю. А ну, сейчас мы можем какая? Показать, что он пока разобранный, там что полностью он не готов. К выдаче сейчас не готов. А что меняете? Матрицу меняет. А что, из-за чего? Из-за того, что она... Плохо Windows загружался? У нее вертикальный ряд, во-первых. Винда грузится, звук идет. Не, ну здесь, да. Сережа, здесь, пожалуйста. Пропустите. Пройдите, пожалуйста. Дали 26 числа. Сказали, что на 7 дней максимум. В общем, прошла та неделя, где-то никто нам не позвонил. В общем, позвонили мы. Ну, всегда брали трубку, говорили, что мастер перезвонит. Сейчас мы свяжемся с мастером, он наберет, и никто, понятное дело, не звонил. В общем, сегодня позвонили с утра. Сказали, что мастер опять перезвонит. Позвонил какой-то там начальник мастера, сказал, что мастер должен связаться. Ну, не связывался. Ну, в конце дня набрал мастер, в общем, сказал, что матрица есть в Харькове, и сумма будет 2950, что завтра ноутбук отдадут. Ноутбук разобран, и все. Он взял денег, ни не сделал, у меня уже нервов не хватает. Я приезжал туда, я вернулся. Он взял, чуть ездил и вернулся. Вот к нему пришел, к ним уже в офисный центр. Все, мы все сделали, но только еще дайте денег. Вот, взял денег, ушел, пропал. Вы можете сказать, о каких суммах идет речь, пожалуйста? Что? О каких суммах идет речь, пожалуйста, хотя бы примерно? Ну, примерно около 1000 гривен. Сейчас можете приехать забирать. Если он есть. Если он тут есть. С ноября месяца посчитай, что делали. И сейчас вот я прошу, пожалуйста, вот проверьте, вот работает он? То, что требовали деньги, вот а где он есть? Что, нет? Человек? Сколько вам лет? Какая разница? Я спрашиваю, сколько... Какая вам разница? А чего вы хамите мне? Так а что? Я а вас... что мне не хамить, если меня разводят? Я вас... с матом, я никого не... Я вас послал. Вы пришли, да, конечно, вы спорить или... Вы найдите какой-то системный блок его, да и все. Да. Чем я вас обидел? Скажите, пожалуйста, чем я вас обидел? Вам говорит вообще. Это вам следовало. Я заказал, но для чек не беру. Либо ты все же... Вот это там поставил. Ну, для этого... Наклейки уже меняли. Да. Да. Он. Ваш? Да. Конечно. А можно вот это проверить? Вот да. Вы взяли деньги, пожалуйста, что он работает. Можно? Я сейчас все сделаю. Вот вы проверьте, пожалуйста. Вы взяли за это деньги. Подключим к вашему ноутбуку. Я об этом и рассказываю человеку. Да. Что вот тут сейчас нет у меня возможности его сейчас включить. Ну, я просто не сильно... Ну, хорошо. Я, ну, да, хорошо. Понимаете? Да. Поэтому, молодой человек, ведите себя сдержанно. Не ругайтесь. Я вас прошу. Я как, вас... если ко мне мошенническим путем... Как я должен к вам относиться? Отношения никакого не имею. Так вы здесь работаете или я работаю? Я беру у вас деньги или вы? Вы адекватный. А чем я не адекватный? То, что он делает, переустанавливал всю систему. А надо ничего откручивать. Зачем вы откручиваете? Когда мне Алексей сказал, не надо откручивать, ничего надо делать. Вот проверьте, пожалуйста. Проверьте. Как я могу проверить? Ну как, вот ставьте, пожалуйста. Тяжело подключить, давайте я сам подключу. Куда? Куда? У вас нету разве монитора и клавиатуры? Так а как же вы работаете? Как, за что тогда деньги платят? А как вы работаете? Как вы ремонтируете? Вы как-то проверяете? Давайте. Он находится здесь, вы ничего не сделали. А как мы могли сделать его, если вы отказывались от ремонта? От ноября месяца, 17-го года, там где Саша. Если в ноябре, я боюсь, что в базе уже этого да, не... Как это нет? Вы что, издеваетесь? Прошло сколько? Сколько? Ну сколько? А сколько оно? Не хранится? Полгода. С нашего месяца. Ноябрь, ну, декабрь, ну вот, февраль. Закрывается, алло, база закрывается. Сейчас. Вас взяли деньги за что? Я не знаю. Какие услуги вам оказывали? Тоже не знаю. В наших интересах выдавать клиентам нерабочую технику. Еще. Куда? Во-во-во-во-во. Тихо. Во-во-во.
Тихо. Покажи документики, Леша. Частная собственность. А ну давай. Вызывайте правоохранительные органы. Людей кидать зачем? Вот это мурло кидает людей. А зачем вы сюда пришли? Какой компании? Кому вы пришли? Какой компании? Я уже хотел... Наш мастер поступил некорректно, понимаете? Без проблем, я решаю ваш вопрос. Он включается через... Да? Вы подтверждаете? Он включается через раз. Нам надо сделать то, то, то. Я вас спросил. 800 гривен. Полгода простоял компьютер без ничего. Ни одного звонка от человека не... Что вы мне сказали? Погодите. В этом вы правы, я говорю. И для того, чтобы решить эту проблему, и чтобы вам... обоюдно это решить, понимаете? Без проблем, без конфликта. Я бы просто посмотрел на номер договора. Я принес сейчас номер договора вам сказал. Номер договора ничего не значит, Александр. Верните то, что вы есть, то, что он взял. Компьютер не включается. То, что он взял. А вы предоставили свою услугу в полном объеме? И дали гарантию. Человек к нам обратился, я предложил вариант решения проблемы. Он отказывается. Жена писала в Комитетской райдел, они забрали, они делали ксерокопию двух договоров. В Комитетской райдел. У нее заявление, они снимали копию. Все, что просто вот, чтобы вы понимали. Алексей, отдаете деньги технику? Да, отдаем технику, Александр. 800. Громадське об'єднання «Автоєвросила» завжди стоїть на боці закону. Ніхто з діячів «Автоєвросили» не порушує закон. Ніхто не намагається нікого обманути, ніхто не намагається нікого обдурити. Єдине, що намагаються активісти «Автоєвросили», це викрити хабарників та інші зловмисленники. Сьогодні у нас був сервісний центр, який приймав та видурював людей. Переважно жертвами цього сервісного центру ставали літні люди. Разом сила. Приєднуйтесь, приходьте в офіс. Разом ми все переможемо. Як виявити підроблені документи? Саме такий тренінг провели харківським прикордонникам на пункті пропуску Гоптівка. Експерти з країн Євросоюзу ділилися власним досвідом, роз'яснюючи, які хитрощі використовують зловмисники. Про проект, документи та нові методи дивіться далі. Повідомити, що сьогодні на пункті пропуска Гоптівка проходить спеціальний тренінг в рамках компоненту B9.3. Це підготовка інспекторів першої та другої лінії контролю. Я сьогодні хочу вам розповісти про проект Twinning. Це проект, який фінансується Європейським Союзом. Проект Twinning передбачає підтримку Державної прикордонної служби України у сфері вдосконалення системи інтегрованого управління кордонами, також удосконалення системи виявлення підроблених документів і виявлення викраденого автотранспорту. Сам проект розділений на три великих компонента. Це компоненти А, Б і С. Кожний із компонентів передбачає проведення від 20 до 30 заходів. Компоненти надзвичайно важливі. Так, наприклад, компонент А – це компонент на вивчення нормативно-правової бази і законодавчої бази України з питань інтегрованого управління кордонами, а також створення нових стратегій і концепцій розвитку Державної прикордонної служби в майбутньому. Компонент Б спрямований на розширення та створення нової концепції виявлення підроблених паспортних документів. І компонент Б – це удосконалення системи виявлення викраденого автотранспорту. Сьогодні у Гоптівці в рамках компоненту B9.3 проходить навчальний тренінг для інспекторів першої-другої лінії контролю з виявлення підроблених паспортних документів. Ми приїхали на один день, він нам дуже допоміг. Іноземні колеги дуже багато нам розказали нової інформації і дуже багато показали підробних документів. Саме більше це підробки техпаспорта на автомобілі та паспорти іноземних держав. Я стикався в своїй практиці в основному з українськими паспортами, підробками, а тут привезли дуже велику кількість паспортів іноземних держав з підробками. І дуже там багато цікавих, прикордонному контролі є елементів підробок. Ну, найчастіше це друки фотографії, передруковані фотографії зверху на полікарбонатну сторінку паспорта. Стикався з українськими паспортами, переклейки фотографії.
Тобто фотографію зняли, нову наклеїли, і там, де є конкретна печать, зверху встановиться, то вона на листку стається, а на фотокарті її немає. Це получається, фотокарта переклеєна. І також точно клей, який в паспортному документі українського зразка, він в ультрафіоліті світиться, а залишки клею світяться, а якщо клей звичайний, то він не світиться. Тренінг проводять експерти з європейських країн, навчають хлопців виявляти підробки, новітні підробки документів, навчають їх виявляти ті хитрощі, які використовують, можна сказати, сучасні правопорушники в підробці документів. Методи, як правило, вони не змінюються, але змінюється методика. Тобто це заміна сторінки, інформаційної сторінки, це переклейка фотографії, це підробка будь-яких елементів паспортного документу. Вплоть до того, що весь формуляр документу, він є підробним. Тобто і водяні знаки, і волокна, і повністю весь бланк документу є підроблений. Протягом 2017 року в Східному регіональному управлінні, а це на той момент це була зона АТО, Луганський прикордонний загін, Сумський прикордонний загін і Харківські загони, це близько 600 підроблених документів, близько 20 чужих документів. В цьому році показник вже добігає до 30 підроблених документів та один чужий документ. Це вже залежить від професійності особи, яка підробляє цей документ. Цю особу ми затримуємо в адміністративному порядку, документ вилучається, то ми передаємо вже іншим правоохоронним органам, які вже займаються цією особою. Наша справа – виявити цей документ та передати іншим правоохоронним органам. Що стосується українських документів, це механічна підчистка інформаційних даних, тобто прізвище, ім'я по батькові, дата народження та переклейка фотографії. І вже після переклейки фотографії робиться підробка печатки. Цей тренінг проводився на базі відділу прикордонної служби Дергачі і на базі відділу прикордонної служби Харків аеропорт. В прикордонному контролі ми використовуємо так звані технічні засоби прикордонного контролю за допомогою інфракрасного випромінювання, за допомогою ультрафіолетового випромінювання та за допомогою засобів, які збільшують зображення, виявляються ці підробки. І саме цими засобами оснащені технічні засоби прикордонного контролю. На Харківщині поліцейські перекрили канал переправлення нелегальних мігрантів. Про порушників викрито в ході проведення загальнодержавних оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант». Виявили організатори каналу нелегальної міграції, співробітників відділу по боротьбі з незаконною легалізацією іноземців у БЗПТЛ та слідчого управління ОГНП в Харківській області, спільно зі співробітниками оперативно-розшукового відділу по місту Харкову Східне регіональне управління Державної прикордонної служби, спільно з співробітниками УСБУ в Харківській області. Ним виявився 29-річний мешканець Великобогданського району. До складу злочинної групи також входив 34-річний мешканець міста Вовчанськ. В ході проведення оперативних заходів ввечері 14 березня правоохоронці затримали зловмисників при спробі переправлення двох осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску. Громадяни намагались потрапити до Російської Федерації на ділянці між населеними пунктами Гатище Україна та Новотоволжанка Російської Федерації. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Вирішується питання про обрання відносно затриманих міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років. Тривають подальші слідчі дії. С 17 по 19 марта ожидаем выход серии, опять же, южных циклонов, которые обычно как бы по одному не ходят, они обычно ходят два, а бывает и три. Так как эти циклоны будут приземные, они будут очень активные, будут очень большие температурные градиенты, поэтому ситуация может привести до стихийных
явлений, которые на этих атмосферных фронтах будут развиваться данных южных циклонов. В частности, если 17 числа мы еще ожидаем осадки смешанной фазы, то есть это и снег, мокрый снег, может даже с переходом в дождь, а днем это преимущественно 17 числа должен быть дождь с мокрым снегом, вот будет такое колебание температур, так как днем уже температура 17 числа может быть 2-7 градусов тепла, поэтому это дождь преимущественно. Но у Земли уже пойдет холод, опять же, следующая волна пойдет как бы. И поэтому те осадки, которые будут выпадать в виде дождя, может образовываться гололед. На дорогах, естественно, гололедица, серьезная гололедица может быть. Ожидается довольно-таки сильный ветер, 15-20 метров в секунду. Но наиболее тяжелая обстановка ожидается 18 числа. Мы ожидаем сильные снегопады, сильные метели. А днем 18 числа мы ожидаем очень сильные снегопады. То есть количество осадков, которое может в снеге выпасть 18 числа, это может быть порядка 25-40 сантиметров в снеге. Поэтому очень серьезно. Опять же, мы ожидаем сохранения гололеда, который уже перейдет с 17 на 18, налипание мокрого снега, и ветер еще больше может усилиться, то есть порядка 17-22 метра в секунду. Это уже опасно именно для энергетиков, не только для автотранспорта, так как утяжеляется сам по себе провод и может привести к обрывам проводов. 19 числа уже основной вот эти два циклона, они отходят, но мы еще остаемся в тыловой части данного циклона, поэтому осадки еще сохраняются. Это преимущественно у нас будут уже снег, мокрый снег может быть, там опять волна небольшая, тепла пойдет. Вот местами опять же сильные осадки. Передышка ожидается порядка вот так где-то 20 числа, 21-го, вероятно, того, что еще последнее, как говорится, из этой серии циклонов выйдет. Там уже, скорее всего, конечно, если он выйдет, это будет опять снег. Это практически по всей территории Украины, но в частности, например, если северная половина Украины, это преимущественно снег, я так буду говорить, потому что осадки будут меняться. Они не постоянные, скажем, один снег. То в южной половине Украины это осадки в виде дождя. Поэтому там, конечно, будет осадки сильные, но ситуация на дорогах будет проще. А вот у нас, в Харьковской области, в Сумской области, Черниговская, Киевская область, сложная обстановка. Осадки эти будут продолжительные, эти атмосферные фронты будут находиться в параллельных потоках. То есть приход весны, хочу сказать, откладывается. И весна может к нам прийти только где-то в последние пятидневки марта. У Харкові проходить виставка творчих робіт «50 на 50». В експозиції представлені картини та скульптури Тараса Григорука та Віктора Проданчука. Родзинкою виставки є саме техніка виконання та поєднання кольорів. Не дивлячись на те, що художники живуть за кордоном, вони пам'ятають та цінять свою батьківщину. Доказом цьому є картини. Смисл виставки, по-перше, мені здається, полягає в тому, що майстер, художник, який живе і у Франції, і в Україні, не забув свою батьківщину, і що він зміг витворити такий варіант. Ми можемо назвати його фолк-модерн, ми можемо назвати його стилізацію, підписанку під вироби з скла, з ікони на склі. Але він зумів надати цьому всьому сучасного звучання, модерного сучасного звучання. Є такий вираз, що чужина загострює уяву. І дуже багато наших митців, перебуваючи в чужих краях, вони торкаються своїх витоків, і вони вміють поєднати те глибинне, автентичне, автохтонне, яке було притаманне їм на батьківщині, із тими модерними візіями, враженнями, які вони бачать і з яким вони послуговуються вже в інших краях, тим більше у Франції.